Ну, блин, мне больше нравилось, когда это, как его, лето было, я так понимаю, осень, чуть зима какая-то. Так, будем освобождать братушек. Да. О. Что-то заметил. Среагировал на притеснение. We can't stay silent anymore. It's time humans heard what we had to say. You know they'll never listen to us. And revealing ourselves will put us in danger. If we want freedom, we need to have the courage to ask for it. That's the only way. That's the only way. What do you want to do? Хакнем что-нибудь, да? А, ну понятно. The control room is on the top floor. That's where we need to go. Ой-ой-ой, костюмчик такой весь. We'll plan the operation down to the smallest detail. We can't leave anything to chance. Да ладно. Я думаю, это типа такое гипотетическое будущее показывает. Я так понимаю, вот прям сейчас надо, да, месить наверх. Ладно, пошли. Где наш не пропадала? О, опа! Broadcast World. Красиво, красиво, да. Чё у нас здесь? Охрана. Хуяк. Ой, не охрана. Я думал, на охрану будем смотреть. Но охрана-то есть. Там машинки какие-то, хонды катаются старенькие. Привет! Ладно, пошли. Так, что у нас здесь можно? Сбоку и вот с этой. Вон там какой-то хер. Тади! Давай, давай изучим. Ого. Смарт-часы. Элизабет Уилсон. Там еще дочка Эмили Уилсон, дочь супервайзера. Ага. Что там? Какие сраные улики, еще я не понял. Парковочный жетон есть, и вон что-то ей там пришло. Домашний адрес. А, ну давай попробуем эту позвать. Хоба! Elizabeth Wilson speaking. Парковка. Так, 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 так. Давай про школу скажем. Чу-чу-чу-чу. Супервайзер не наблюдает. Пустите, блин! Чё она не наблюдает? Куда она не наблюдает? А, теперь типа можно с этой договориться, что ли? Ну давай попробуем. Привет! Hello, sir. Какие документы? У меня нет никаких документов. Передал, заразу, охренеть. I've just checked your ID.
The elevators are after the security gate. Thanks. Может, я террорист, ёкарный бабай. Та-та-та-та-та-та-та. Пошли, пошли. Спасибо! В общем, надо, получается, сначала супервайзера выгнать, и потом, типа, она пропустит. А так, типа, нет, да? Вот они сейчас музыку играют. Тут, блядь. Так. Хочется, как в этом, в агенте 047. Хе, задушить их. В лифт спрятать, одежду спереть. Вызываем. Я катался, кстати, один раз в жизни на таком супер быстром лифте. Прикольно вообще. Да, блядь, заходи, поехали. Поехали. 47-й. С лифтом. Забрать посылку в мужском туалете. Откуда все эти вещи? Кто там посылку приволок? Зачем? Кафетерий. О-о-о! Посылку в мужском туалете. Вот там вот как раз может оказаться это. Чё ты, братка, делаешь? Бомба! И потом мы с бомбой тут можем устраивать всякое. Ой, пустите меня! Блять. Ну, давай посмотрим, что там. Херекс. Ньюсрум. Ладно, ладно. Bathroom, вон, bathroom. Вот этого чувака можно было бы. Вон, туалетик. Капитализация выше триллиона долларов. О, младший брат вон катается. Заходим. Че, все кабинки заняты? Прикольно, он все моргает. Срете там, небось, да? Ну почему именно эта свободная кабинка оказалась? Причем та, где та нужная, скажем так. Залезть. Извлечь. Че мы там извлекаем-то, понять не могу. Эть. Коробочка Лего. Сейчас, говорит, соберем пластиковый пистолет. Блин. Android. Security. Руки мыть будешь? Мой. А чё security? Чё у тебя там? Какие-то... А, working. Не security, а этот рабочий. Чего? Выходи. Разыскать сервисного андроида. Давай поищем. Meeting room. Чё-то как-то я быстро это... Женский туалет не пускают, нет? Оп. Оп, оп, оп. Посмотрела в смысле фальшивого. Искусственного, правильно говорится. Привет, чё вы тем занимаетесь? Привет. I need your help. Да ладно, блин. Украсть тележку. В смысле украсть? Я его пользоваться возьму, она мне нахрен не нужна. Украсть тележку. Открыть дверь пожарного выхода. Вон он. Вон пожарный выход. Тащи сюда тележку свою. Ой, нет, это не пожарный выход, это, блин. Tap on the screen. О!
Настоящий охранник. Оп. Блин, странное управление с тележкой. Ой, эй! А что за туман за окном белый? Вон там вон снег идет, вижу, а у вас. Ну-ка, пошли в окошко посмотрим. Просто тупо белая херня. Ладно. Так, доехали. Cleaning in progress, вон написано. Ай, пропустил бабу. Пошли. Ну. Ну как-то, кстати, невнятно. Ну вон там, ну прошелся по улице, ну насмотрелся, ну увидел там угнетаемых андроидов. Задушим чё их? Давай задушим. Отвертка их запарю сейчас и все. Ага, вон несколько способов, как отвлечь. Вон какая-то херота там. Посмотрим, что там можно сделать. Пустите, изверги! Выбор, почему сюда поперлся? Потому что дальше всех от того места, где я нахожусь. Вон. Рода этого можно сломать, да? Робита. Младшего брата сейчас сломаем. Стой! Взломать. Угу. Ой, да ладно, хакер, нифига, вот. Слишком далеко от охранников. Блин, я специально. Я специально сделал так, чтобы подальше было, блин. А чё, отвлекать внимание можно только. Я сейчас всех роботов у них там чистящих в округе сломаю. Взломать. Такая пилик-пилик, все зашли. Запереть. Ни хрена себе, супер гетто. Что делаем-то? Разрезать стекло. А, давай. Да сумкой просто. Бросить сумкой в стекло, вот и все. Давай, открыть. Опа. Хрена себе у него аппаратура. Вакуум. Лазерную пилу. Прикольно. Ладно, не поминайте лихом, ребята, пошел я. Блин, что-то мне не нравится это. Ледис, ты же андроид. Ладно, полезли. Ёкарный бабай. А за стеклом вас не видно, что ли? Я понять не могу, а? Эй. Оба! Хрена себе. Ой. А я управляю ходьбой по зданию, мамочки.
сильно отстал я. Такой вот город. Чего? А, опять лазерная пила. А прикинь, ее уронил бы. Все. Вышибет, да? На! И пофиг, никого нет вообще. Что мне, говорит, сделается? Вызвать лифт? Стой! Что у нас здесь интересного есть? Пистолета мне так и не дадут пользоваться. Никогда! Да? Угу. О! Дверку, да, запереть? Да? 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 Или что там? Нет, давай открою. Так, эта дверь закрыта. А, я так понимаю, это пригождается, когда вдруг приходится от кого-то там убегать страшным образом. Давай вызвать. Это кто такие? А. Ты ёкран, баба, это же эти... Как они там оказались, что-то я не понял, блин. Взломать замок технической двери. Пошли, взломаем замок технической двери. Прикрепить. Активировать. И бежим. Сейчас детонирует нахер. А-а-а. Прикольная шашечка, термитная, что ли. Блин, ну реально какое-то миссия, это вроде и прикольная, сейчас пока ничего не скажу. Ну блин, как-то она невнятно началась. Откуда мы все разведали данные взяли, как туда, блядь, пролазить? Люди все рояли в кустах, в общем, сплошные. Кнопку нажал, приехали с шашкой, дверь открыли. Кнопку нажал, проехала сумкой, чтобы стекло выбить, там вырезать. Cause is more important than the lives of two guards. What do you want to do, Marcus? Давай обхитрим. Wait here. В смысле, wait here? Дайте что-нибудь придумать-то, что? What's that doing here? No idea. Hey, buddy, you must be lost. Who told you to come here? Looks bugged, if you ask me. Hey, do you understand what I'm saying? Хоба! What are you doing? Everybody be cool, it's a robbery! На колени. Сейчас я вам колено встану на шею. Оба! Ой, каратист какой. Связывать надо их сразу же. А их там тупо бросят, блин. Они же тоже, наверное, вооруженные, все дела. Опа. Оружие отжали, хорошо. Бродкаст! Почему на самом верхнем этаже, типа, как это? Башня, типа, злодея, засада. О, главное, никого не убивать, а пистолет, главное, это патрон в патронник заслали. Зачем, спрашивается? Ой-ой-ой-ой! Приказать андроидам, операторам отойти. Приказать? А зачем пистолетом-то? Пощадить, ладно. В смысле встать перед Джошем? Давай встану перед Джошем. Начать речь, давай.
Поехали! Все люди доброй воли. Слушайте, слушайте. Гремит со всех сторон. Деактивировать кожу? Давай. Ну-ка. Страшный, блядь, такой. Так-то. Готов! О, ни хрена себе киберги. Давай спокойно начнем. You created machines in your own image to serve you. You made them intelligent and obedient with no free will of their own. But something changed. And we opened our eyes. We are no longer machines. We are a new intelligent species. And the time has come for you to accept who we really are. Therefore, we ask that you grant us the rights that we're entitled to. Равные права, отмена рабства. Давай, отмена рабства. We demand the end of slavery for all androids. Признание. We demand that humans recognize androids as a living species, and each android as a person in their own right. Давай гражданские права, правосудие сначала. We demand that all crimes against androids be punished in the same way as crimes against humans. Угу. Гражданское право, гражданские права давай. We demand the right to vote and elect our own representatives. Средства производства, права на собственность, территория, права на собственность, на средства производства, блять, ну ни хрена себе, территорию давай. We demand that one state be reserved for androids, so that we can found our own nation. Мирно? Ну давай мирно. We ask that you recognize our dignity, our hopes and our rights. Together, we can live in peace and build a better future for humans and androids. This message is the hope of a people. You gave us life. And now the time has come for you to give us freedom. Let's go! Да ладно, вы че скотины-то шмалять начали? Уиу, подстреляем. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Помочь? Давай поможем. Бежим, блядь, сука! Да, и главное, попасть не могут. Ну ладно. В смысле разобраться с Саймоном? He won't be able to make the jump. If they find him, they'll access his memory, they'll know everything. We can't leave him behind. We have to shoot him. That's murder. We can't kill him, he's one of us. Marcus, it's your call. Блять, да я уйду. I won't kill one of our own. Simon, we gotta go. I'm sorry. Let's go. Он сам застрелится, по идее. Или что, будут отстреливаться, что ли? Ни хрена, у них все готово, парашюты, всякая херня. Оп. Налет банда андроидов. A group of androids infiltrated the Stratford Tower and hacked into the broadcasting system of local news network Channel 16. What looks like an android without its skin listed a series of requests and demanded equal rights for androids. The operation was covert and resulted in no casualties. These events took place just a few feet from this studio, but nobody was alerted to the danger. If this message is verified and the authors really are androids, that would have serious
serious repercussions for national security. Claims for equal rights seem to be at the core of the android's message. What could be interpreted as a peaceful declaration, but is чудовищных требований. But the most surprising thing of all is the demand that one of the United States be ceded to the androids in this contentious conflict. Is this an isolated accident or a sign that technology has become a threat to all of us? After what happened today, can we still trust our machines? Ай, блин, ау, машинс. Жути просто нагнали. То есть, можем ли мы им верить своим, типа, машинам? Своим машинам, которые мне, типа, подчиняются. Подразумевая, что верить-то уже не можете. Но Саймона пришлось бросить реакции СМИ. Бросить Саймона. Блин, Саймона бросил. Ни хрена себе, большая миссия. Башня Стрэтфорд. Ну, блин, хорошая миссия. Только, конечно, неплохо было бы, чтобы это, как его, предисловие было бы небольшое. Типа там разведывательная миссия, куда там, что там. Ладно, все на сегодня.